Всем привет. Продолжаем работы над нашим бипланом. Как помните, в прошлой серии я все подсобрал, то, что нужно было. Вот. И единственное, что я забыл тогда сказать, все вы прекрасно помните, что крыло верхнее было приклеено, но я забыл сказать, что я его просто наметил, так сказать, чтобы мне выровнять вот эти стойки. Естественно, я его потом снял аккуратно. Что еще проделал? Ну, естественно, прошпаклевал, прошкурил и сделал крепежи под расщалки. Если можете видеть, сделал такие небольшие колечки везде, где это надо было. Вот. Самое большое количество их на верхнем крыле. То есть вот у нас здесь. Объясню, почему я это стал делать. Потому что те, которые даны в наборе, в фототравлении, ну, не совсем меня устроили. В принципе, можно делать с ними, но я думаю, удобнее будет вот именно с такими вот колечками. Делал их из проволоки. Вот такой 0,3, по-моему, миллиметра, если я не ошибаюсь. Ну, обычно закручивал колечко. Не везде они, правда, одинакового размера получились. Где-то побольше, где-то поменьше. Но не суть дела. Потом попробуем сделать это более красиво. Ну и, соответственно, загрунтовал. Кое-где выявились еще небольшие дырочки, щелочки. Вот здесь, правда, не получилось у меня нарастить. Вывалилась шпаклевка. Вот. Ну ладно, уже не знаю, как это поправить. Голову ломал. И снизу из-за моей рукожопости, можно так сказать, вот этот стабилизатор немножко неплотно вошел, получилась щель вот в этом районе. Но это уже мои кривые руки. И долго думал, делать ли бомбы. В итоге решил, что буду делать без них. Поэтому приклеил только держатели. Будем считать, что он без бомб. Здесь немножко колеса не прогрунтовались, но это не беда. Вот. Они, в принципе, прогрунтовались, просто повернулись. Мы их будем все равно красить потом. Так что ничего страшного, то что они наполовину загрунтованные, можно так сказать. Ну что, начнем покрасочные работы. Для начала покрасим вот в такой цвет хаки, как нам предлагает инструкция. H81 Mr. Hobby Color Great Britain Japan Combat Uniform. Не знаю, насколько это точно совпадение по цвету будет, но информации не нашел, поэтому будем именно в этот цвет красить. Сейчас подготовлю краску.
задуем верхнюю часть крыла, ну и верх, основной цвет самолета, потому что у него второй цвет на днище, он серебристый такой. Вот. Так будет проще, чтобы мне потом маску просто наложить и все. Ну, далеко не убегайте. Сейчас покрасим. И в этой серии, наверное, еще винт покрасим. Thank you.
что ж, покрасили мы наш самолет, можно так сказать, в базовый оттенок. Я тут еще пока красил винт, сделал такие маски. Ну, еще не все доделал. Здесь вот еще осталось киль до конца доделать. Объясню зачем. Я хочу его немножко на оттенок темнее сделать. То есть я возьму ту же краску хаки, немножко ее затемню черным и сделаем такой визуальный эффект затемнения. Во всяком случае, попробую это сделать. Заодно пройдусь еще по некоторым углублениям, потемнее их сделаю. Но на сегодня, как видите, вот такой вот винт получился. Первый раз делал, правда, не совсем получилось. Надо было, наверное, потоньше скотч прорезать, чтобы прожилки были немного потоньше. Ну, как получилось, так получилось. Рукожопость дает о себе знать. На этом завершим эту серию. Продолжим уже в следующей. Непосредственно вот затемнение нашего самолета. Здесь вот еще попробую сделать маски на ребрах вот этих. Вот. Спасибо всем за внимание. Следите за новостями. Ну и до новых встреч. Всем пока.